Около 22 часов 30 минут Главное управление МЧС России по Еврейской автономной области поступила информация о том, что в одном из частных жилых домов на станции Ленинск, это в Ленинском муниципальном районе Еврейской автономной области, обнаружены тела трех несовершеннолетних детей, одного мальчика и двух девочек, возрастом 1,5, 3 и 4 года соответственно. Значит, дети, по предварительной информации, задохнулись от угарного газа. При проведении следственных мероприятий предварительно установлено то, что отец данных детей оставил свечу, зажженную в жилом доме, в то время как дети спали, и отлучился из дома, при этом оставив открытый огонь. Значит, в результате тления отдельных предметов в этом жилом доме произошло задымление, и дети отравились угарным газом. Проводятся следственные действия, следственным отделом Следственного комитета проводится расследование произошедшего, возбуждено уголовное дело. Ввиду отсутствия открытого горения, пожарная охрана на данное происшествие не выезжала. Жителям и гостям Еврейской автономной области с просьбой, первое, это ни в коем случае не курить в постелях, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Второе, не оставлять детей с открытыми источниками огня, беречь детей. И как можно быстрее обращаться и вызывать соответствующие службы и в случае любых возгораний, прежде всего, пожарную охрану.